Вы зачем вот эту убийцу с собой носите здесь? Она меня сейчас съест и укусит. А прививки у вас есть? Справки? Я вообще-то про прививки вам. Вы какая-то бешеная. Тут нельзя с собаками гулять. А что здесь все тогда с собаками? Ты что, все? Ты что, стадо? Ты серая масса, мышь. Может быть, вам пакетик дать, мадам? Зачем? Какашки, кто за вами убирать будет? Это природное. Дома у себя накакаете, раз природное. Собаки, я знаю, сейчас кусают все. Бешенством заражают. Меня тоже как-то укусили. Ну, знаете, я 40 уколов сделала, но 39 на самом деле, один укол не доделала. Но ничего страшного, как видите, со мной все в порядке. Я уже вся чешусь. Ваши собаки блохи или у вас? И у вашей собаки. Уберите свою убийцу собаку, потому что мне очень страшно. Если вы за своей собакой следить не можете, пожалуйста, носите намордник или усыпите. Или усыпите. Это волося огромного, этого динозавра вообще нужно намордник носить и делать. Просто пойдем от этой сумасшедшей. А что было бы, если бы Золушка находилась в карете в то время, когда карету расплющило в тыкву? Интересно, а почему край света называется краем света, если лампочки-то овальные? А почему люди перед едой моют руки, а рот не моют? Там же микробов больше. А аистам платят за доставку детей, или их курьерская служба — это благотворительность? А капуста вообще нормально воспринимает тот факт, что у нее отбирают детей? Надо с этим делом завязывать. Ты завязываешь пить? Побойся Бога, я завязываю просыпаться. Ой, молодой человек, не знаете, что происходит здесь, нет? Пожар, наверное, случился, да? Есть пожарные, приехали, значит пожар, да? Инженеры какие-то, что-то случилось страшно, вот в Москве страшно жить. Сейчас сфоткаю свои, выложу рассказать, а то ничего интересного в жизни не происходит. А вы откуда? Я из Днепропетровска приехала. Сейчас брат двоюродный в тюрьме сидит, вот. Такого беспредела никогда же не было, да? Сейчас еще ветеринарную клинику вот возила недавно кота своего, вот. Расстрел царской семьи, это вот, знаешь, не было бы тогда, да, вот переворота. Сейчас бы не было бы всего вот этого. Ой, господи, господи. Кстати, сейчас в Ашане скидки рис 15 килограмм по 30 рублей за килограмм, да. Ну, сейчас еще часа 4 постоим, чтобы, ну, как бы, да, быть в курсе всех событий. Корреспонденты приедут, можно будет помочь. Ну, расскажу, что видела здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы будем проходить сложно выговариваемые слова. Окей, понял. Скажите сиреневенький. Ну, это легко. Сиреневенький. А теперь скажите синхофазотрон. Синхофазотрон. Ну, это легко. Ну, хорошо. Тогда скажите, прости, я был неправ. Ну, хорошо, я попробую. Прости. Я был неправ. Отлично. Теперь скажите, я тебя люблю. Нет, это уже слишком тяжело. Держите. Что это? Пейте. О, так уже получше. Я все равно не могу. Денис? Что там? Я тебя люблю. А, я тебя люблю. Ну и напоследок. Ага. Хорошо, пускай твоя мама приезжает к нам в гости. Не, я такую херню говорить не буду. До свидания. А еще налить? Нет. Понял? Все понял. Там посмотрела, там нет. Я точно помню, что где-то здесь было красивое лицо. Шрека посмотрела, аллергия на мандарины проявилась, на 4 килограмма поправилась. Ну, в принципе, план выполнен. Нет, а как дедушка другим-то подарки принес, если мешочки здесь оставил? А, так это же был-то новогодняя ночь. Да в новогоднюю ночь там чего только не может произойти. Ну вот. Теперь каждую неделю участкового отмечаться. Посмотрим, что у нас там под елочкой. О, так, ну это я вытру. О, а это что за коробочка? Родителей поздравила, бабушку с дедушкой поздравила, братика поздравила, парня у меня до сих пор почему-то нет. Алло, это скорая помощь?